Друзья, мне пришлось позвонить заведующему ЦРБ. По какой причине? А по той, что для меня играет большая роль время. Вот так же, как и при заместительной терапии, при гипотиреозе, так правильней. Вот, нужно определенное время с утра, допустим, его пить таблетку. Также и с стероидами, с дексаметазоном, с глюкокортикостероидами, их нужно в одно и то же время колоть. А так как мне с утра нельзя, я пью эльтероксин, мне через 8 часов надо колоть стероиды. И для меня время играет большое значение. Время укола. Да, так же, как и способ введения. Я выбрала внутривенный. Можно еще и внутримышечно, но внутривенный на физе. Медленно, стройно, лучше. Ну, как-то так. Не знаю. Я смотрю по себе, по своему самочувствию, как я переношу то или тот метод введения лекарственного средства. И уже сопоставляю и знаю уже, что мне лучше, как лучше будет. Поэтому, чтобы ко мне вовремя приехала та же неотложка, мне пришлось позвонить заместителю заведующего ЦРБ. Вот такое время сейчас, видимо. Только так можно решить вопрос по головам. А напрямую люди не слышат или не хотят слышать.